То есть, даже если мы здесь начутились, то он закрывает здесь вот защиту. Нога стоит вот так. Она может упереться сюда. Она может стоять там где-то. То есть, сейчас мы ноги не замыкаем. Просто вот такое задание. То есть, приучить себя немножко. По какой-то причине. Например, одна из причин может быть следующая, что вы получили травму. И не можете голеностоп зацепить. Дело не в мужестве. Просто вас назад получили. Заморозь прошла, все, привет. Ваш гард этот будет. Только вам больно. Вы работаете вот так, в открытой форме защиты. На самом деле она обеспечит вам больше мобильности. Начинаем вот отсюда. Да? Ну и вы на самом деле стараетесь. Не ломитесь, постарайтесь как-то, знаете, пройти. Бросили, хоп, да, очутились здесь. Вот. Хоп, нужно пройти вот сюда. Удержание поперек. Что? Все здесь довольно просто. Напоминаю, ребят. На самом деле вращаться можно не в одну сторону. Не обязательно сбегать только сразу же, да? Напомню, что было. Можно же. Оп, да? Оп. Пройти. Вращаясь спиной. Это понятно. Ну, я, например, просто показываю. Это как вариант. То бишь, нога у вас оказалась внутри, человек же может ее цеплять. Да? Ну как вы ее отсюда? Тяжело ногу выдергивает на самом деле. Да, вот он у вас растягивает. Таких с гардом говорил. Да? Оп. Я обошел, сел на него. Просто поаккуратнее, очутились здесь. Так можно яйца отбить. Я говорю, делайте аккуратно. Можно же с дуру и не только яйца отбить. Для того, кто работает снизу, важно стремиться. Прийти, вот он начал с вашими ногами работать. Важно занять положение такое, чтобы захватить его руки или руку. И работайте. Дальше. Его захватит. Просто когда вы отпустите руки, он тут же пройдет ваш гард вот здесь. Да, он контролирует ваши ноги. Поэтому ваша одна из задач — ухватить руки. И прошу избегать одной ошибки сразу. Вы можете импровизировать как угодно, положения могут быть такие и такие. Когда вы упираетесь ему в руку, так называемый спайдер, никогда не делайте вот так. Я покажу. Он идет, садится мне на лицо, все. То есть это дебилизм, это не защита. Вот это. То есть здесь это может быть вот так. Вот так. Вот так. Но никогда не обе ноги. А? Да, ну то есть это должно быть некая диагональ, совершенно верно. Когда вы можете и отталкивать, и тянуть. Понятно, да? Как только вот человек делает так, допускает ошибку, сразу просто начинаете идти на него широким шагом, садитесь на ногу. Лады? Вот. И здесь не забывайте. А, ребят, для того, кто внизу, добавляется одна задача. Этот товарищ должен пройти защиту. А этот товарищ, который внизу, должен совершить некоторый силик, да? Любой силик. Если вы его перевернете, здесь не мало вам не надо, здесь вы выполнили свою задачу. Вы можете там изобразить, да? Но не делайте какой-то там жесткий, чтобы он сдавался. Ваша задача — его перевернуть. Еще раз. Ну ты так две ноги поднял, он в принципе мог сесть на тебя. Не обязательно приподнимать. Вы, допустим, нашли вот тут положение, да? Хоп. Перевернули его. Вы сверху, он снизу. Вы перевернули, рано выполнили задание. Для того, кто внизу, две задачи. Либо просто удержаться, выжить, либо перевернуть его. И последняя штука. Если человек вас обходит, да, обходит, да, понятно, что мы можем долгое время восстанавливать положение, поворачиваясь к нему. Он побежал, оп, я вернулся. Но в определенный момент он может забежать за вас нормально. Не стесняйтесь занять вот такое положение. Ему тут тоже не очень легко. Вы захватываете ноги. И неизвестно для кого это. То есть не пытайтесь истерично догнать, когда он вас уже обалденно обогнал. Например, Володя взрывной человек, он даже если будет сейчас спокойно медленно работать, он поскорится и будет опережать там на сет. Ну, постарайтесь подстроиться. Не надо пытаться обогнать Porsche на девятку. То есть это глупый затея. Окей? Давайте. А объясните, а как, если, допустим, один человек без гиб? Ноги ты можешь прихватить? Володь, ну, ноги за. Porsche Pricewaterhouse. Вообще, iPhone в мозг скоро начнут продавать встраиваемые. Вот я думаю, Антон первый. Я тебе потом iPhone расскажу, я не буду приводиться iPhone рассказывать, как говорить про iPhone. Ну вообще, гейфон. Ну да, порно ТВ, лови ТВ.